Привет дорогим зрителям канала моего. В общем, раз в недельку, как я и говорил, буду подводить итоги, точнее, по летам, что продалось, что не продалось. Но на этой неделе также все идут, эти колонки идут потихоньку. По старым палетам, в принципе, уже продавать, нечего. Ну, давайте я вам покажу сейчас, что осталось с тех палет. В принципе, осталась тут вообще ерунда. Это эти, как они, маринаторы. Кофеварка, которая на запчасти вся разломана. Здесь у нас тоже от кофеварки запчасти. Ну и джойстики. Ну и дома там несколько, короче, наушников. Все. А остальное, в принципе, все продалось. Так что, в принципе, нормально. По новой палете, конечно, еще рано говорить. Еще ничего никак. Вот. Так что все. Всем пока. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите также комментарии. Может, что-то хотите узнать, либо еще что-то. Все. Всем пока. Счастливо.